радовать и веселить. Такую цель ставили перед собой организаторы мероприятия. Оно было посвящено Дню защиты детей. Работники отдела культуры постарались сделать все для того, чтобы юным жителям нашего города на празднике было не скучно и интересно. Игровая программа, конкурсы, танцевальные флешмобы. В развлечениях было задействовано большинство собравшихся на площади перед Дворцом культуры «Дружба». Детство – беззаботное время, когда требуется совсем немного, чтобы стать счастливым. Именно так выглядели уваровцы, которые стали участниками яркого представления. Международный день защиты детей у самих виновников торжества мы постарались узнать, как и от кого их нужно защищать. Ну, например, это надо оберегать детей, чтобы они вот в будущем вырастут. Вот. И, ну, как вам объяснить, чтобы потом у них тоже все это, дети будут и опекать все это надо. Ну, это плохих значений, там, например, хорошо учиться. Нужно защищать от плохих родителей, от хулиганов, чтобы дети росли в это, чтобы они были счастливы, чтобы хорошо жить. Да. Еще от террористов нужно защищать тоже. А кто это должен делать, как вы думаете? Это должны делать, да, государство, депутаты, а не сидеть там, деньги зарабатывать. То есть, если что-то случится, вы знаете, куда обращаться? Да, в военные силы России. Ответы были даны самые разные, но в результате опроса мы сделали главный вывод. Наших детей любят и оберегают. И все же обратимся к истории. Почему вдруг люди решили защищать детей? Тема возникла после Второй мировой войны, когда увеличилось количество детей-сирот, голодающих и не имеющих крова. Международный день защиты детей берет начало с 1949 года, когда в Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных. С тех пор его отмечают в разных странах. Цель праздника – не только организовать веселье для самих детей, но и напомнить обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными гражданами своей страны. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».